Вы никакая не организация, вас никто не нанимал подрывать основы. Мы просто решили выйти и людям поднять настроение. Потому что, ну, такая погода, кто-то ходит хмурый. И как ваше мнение, такая оценка изнутри, поднимается настроение у прохожих? У нас и самих поднимается настроение, потому что, ну, это все-таки радость, как будто в детство погружаемся. То есть, как бы, ну... Рецепт от Анастасии. Если у вас плохое настроение, выйдите на улицу, в крайнем случае на балкон, только не упадите, и попускайте мыльные пузыри. Нет, есть много способов, конечно, поднять себе настроение. Ну, хотя бы просто выйти с друзьями и поделать что-то такое, вот, что, не знаю, что приносит какое-то удовольствие. И, ну, это чисто так вот. Здорово, здорово. Спасибо за поднятое настроение.